7 основных направлений развития города в разных сферах. На общественном форуме «Харьков-2020» харьковчане обсудили, каким будет их родной город через несколько лет. Ми маємо наздоганяти не тільки ті міста в Україні, які пішли вже далеко, але і мегаполіси світу, і Варшаву, Бухарест, Будапешт, Франкфурт і так далі. Тому ми маємо рухатися набагато швидше. Для того, щоб рухатись швидше, ми маємо мати всередині консенсус. В цьому місті є різні люди. В цьому місті є люди з різним досвідом – національним, економічним, комерційним, управлінським. І в цій різності сила цього міста. Преподаватели, айтишники, врачи и бизнесмены разделились на несколько групп, в которых совместно разработали 8 проектов по развитию города. Среди предложений – внедрение электронных систем учета документации, улучшение качества образования и привлечение туристов. Наши идеи здесь, за этим круглым столом, получается, мы хотим сделать наш город еще лучше. То есть мы хотим придумать много новых фестивалей, много новых молодежных движений, так же самое для взрослого поколения. Городская власть должна быть открыта и принимать решения по развитию города совместно с харьковчанами, говорят в самопомощи. Поэтому все проекты, составленные участниками форума, станут основой их предвыборной программы. Лариса Говина, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости».